Но сейчас на улице плюс 30 градусов. Это не для слабонервных. Это реально полоса препятствий. Как-то вот круто, как-то атмосферно. Это все ради того, чтобы вам показать. Уровень адреналина чрезвычайный. Я туда хочу обязательно. Всем привет, я Элли Ди, со мной Кирилл. Всем привет. И сегодня мы находимся в крупнейшем аквапарке Европы, который находится в Айя-Напе на острове Кипр. Water World. Water Park. Я думаю, что побывать на Кипре и не зайти в этот огромный аквапарк, ну, просто невозможно. И сегодня я вам покажу не просто посещение этого аквапарка, и это будет веселое видео, но еще и вместе с вами мы сегодня отдохнем в этом аквапарке на уровне VIP, потому что у меня есть желтый браслетик VIP-гости. Я вам покажу, что же доступно и VIP-гостям в том числе. Внимание! Половина из зрителей, которые сейчас смотрят это видео, и все остальные видео на канале тоже, не подписаны на мой канал. Я все снимаю для своих подписчиков, то, что нравится именно вам. Поэтому подписывайся на канал, а мы начинаем. Этот аквапарк очень большой. В руке у меня книжечка, которая перечисляет все горки и все развлечения здесь. Я много где хочу сегодня покупаться. Я даже не знаю, хватит ли одного видео. Для этого, может быть, даже будет несколько. Но для начала я предлагаю обследовать весь парк, посмотреть, какие здесь есть горки, что и как, куда можно сходить и где можно поплавать, покупаться. Поэтому пойдемте со мной. Это VIP-сьют. Мы в нем сейчас находимся только с Кириллом. Это отдельный VIP-домик, закрываю дверь, в котором есть абсолютно все. Он очень красивый, с приватным джакузи и так далее. Но сначала мы погуляем по всему этому парку и посмотрим на горки, какие здесь есть. Ну а в конце я сделаю рум-тур по этому домику. Одеваю очки, потому что там солнце дикое. И, кстати, погода просто офигенная. Несмотря на то, что сейчас как бы сентябрь, уже по факту осень, но сейчас на улице плюс 30 градусов. Мне кажется, плюс 32. Да, наверное, даже 32. У нас здесь все по коду. А какой код, ты помнишь? Да. Это выход из нашего сьюта. Тут вот такая лестница винтовая. И мы спускаемся. То есть домик находится как бы на высоте. Жаль, не на дереве. Пойдемте к тому виду, который у нас был с балкончика. Начнем оттуда. Потому что на самом деле этот VIP-сьют, VIP-сьют, находится в самом центре парка. Соответственно, вот эта надпись, это и есть центр парка. Вот так со стороны выглядит наш VIP-сьют. Он такой, как маленький древнегреческий музей с виду. Вообще очень красиво. Это все ради того, чтобы вам показать. А здесь можно разместиться как просто на лежаках. Ну, то есть прийти как вот как на пляж. У каждого бассейна там горочи какие-то, вот есть такие локации. Так и разместиться, например, в Кабанос. Это вот в таких вот, ну, так скажем, беседочках, которые можно арендовать и там, короче, отдыхать. Ну и VIP-сьют здесь единственный, я так поняла. По крайней мере, здесь я его вижу один. Первое, что мне хотелось бы вам показать, это Poseidon Wave Pool. Вообще, по поводу названий всех этих горок, этот парк посвящен древнегреческой мифологии. То есть каждый бассейн, каждая горка названа именем какого-то древнегреческого бога или богини. И на самом деле это очень как-то вот круто, как-то атмосферно на самом деле. Вот этот бассейн, Poseidon Wave Pool, его фишка в том, что в определенное время, и вы видите, вон там часики, включают волну. То есть в обычное время это бассейн, в котором можно просто плавать и так далее, но включаются волны. Волны, ну, мы видели уже, как это происходит со стороны, достаточно большие. Я туда хочу обязательно. Смотри, клево, они да? Увеличиваются. Посмотри, они увеличиваются, да, и там какая-то будет волна вообще высокая. Смотри, как клево. Мы застали этот момент сверху со сьюта, видели, как люди поднимались на волнах. Мне тоже очень хочется попробовать, поэтому следующая волна будет без 10 час. Но я думаю, мы успеем сначала пробежаться по парку и вернуться к волне сюда. Следующее, что мы видим, это горку для челленджей. Вы можете видеть, как, короче, дети пытаются забраться на эту вершину, держать за веревки. Это типа челлендж. Он Зевс, что ли, называется, или как-то так? Фишка в том, что им надо забраться наверх, но поток воды как бы не разрешает это сделать. Это очень тяжело. А вокруг... Еще он прыгает, есть? Да, да. Это это как батут еще такой надувной. Прикольно. А вокруг идет, короче, вот такая как бы тоненькая полоска бассейна, и там течение, которое, ну, как бы, дает возможным просто расслабиться, сесть на круг и плыть по течению в прямом смысле этого слова. На такой вещи я тоже хочу прокатиться, потому что будет красивый обзор, он очень долго плывет. Я думаю, мы возьмем уже другую камеру для этого, потому что сейчас у нас хорошая, ее нельзя мочить. Но у нас есть еще и другая, и я непременно возьму вас с собой на аттракционы. Пойдемте смотреть дальше. Да-да.
Ой, какая красавица! Кирилл, сфоткай меня прямо сейчас. Ссылка на Инстаграм в описании под этим видео, как и всегда. Фото. Справа разные бассейны, лежаки, короче, для отдыха. Очень много здесь, ну, как бы работников бассейна, спасателей. Они ходят с рупорами и объявляют, чтобы все соблюдали правила, чтобы было безопасно. О, испытание прекратилось. Но оно, наверное, по времени. Вон там очередь уже стоит. Видишь, хотят, все хотят. Может, я на такой фигне бы тоже хотела. Мне, наверное, не справлюсь, да? О, смотрите. Это Геракл, да? Нет, какое-то цикло. Какое цикло? Да, ну, посмотри, один глаз. А, точно, это циклоп. Один глаз. Я тоже циклоп немножко. Идем дальше. О, здесь тенек такой прохладный. Очень, на самом деле, красивая территория. Такая очень уютненькая, атмосферная. Мне нравки. Ребят, я вообще хочу сказать в общем про Кипр. Я приехала сюда второй раз. Знаете почему? Это на самом деле это единственное место, в которое мне хочется возвращаться вновь и вновь. Потому что здесь очень любят русских. Здесь очень многие разговаривают по-русски. Здесь очень удобно. Здесь ты не пропадешь, это точно. И, блин, здесь очень весело и разнообразно на этом острове. И реально, блин, веселье дофига просто. Первая горка, которую мне хотелось бы показать, она называется «Падение в Атлантиду». Это горка с уровнем адреналина, ну, типа, очень высоким. В этом буклете так и написано: уровень адреналина чрезвычайный. Вот так. А что это за вещь такая? Короче, видите, все по лестнице поднимаются туда, встают в очередь, чтобы спуститься по вот в этой извилистой горке. Там две горки. Но там две, вон там еще слева одна, есть справа. Сейчас они летят, да? Ну-ка, снимай. Сейчас мы посмотрим, как они отсюда вылетят. О, смотри, смотри, смотри. Летят, 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 смотри. Сейчас вот они попадут к нам на канал Элиди. Ребята, спасибо. Короче, это трехместные лодочки. Спуск здесь не на животе, не на спине, а на трехместной лодочке. Все встают в очередь. И, кстати, знаете, что дает VIP-браслет? Он дает пропуск без очереди на любую горку. То есть я просто поднимаюсь, говорю сори-сори всем этим людям, потом показываю это охраннику, который там стоит, администратору, и прохожу как бы первое. Так что, блин, ждать не придется. Но для начала я должна для вас все снять и все показать, потому что это реально интересно. Ну и, конечно, людей поснимаем, которые будут со всех горок тоже спускаться. И летят, летят. Роскошество. Очень круто. Ладно, пойдем дальше. Здесь есть вот такой мостик. Сейчас мы по нему подвинемся. А вот поднимемся. А слева аттракцион под названием «Падение Икара». Икара – это тоже бог древнегреческий. О, вот это Геракл. Так, сейчас посмотрим, что такое Геракл. В поисках Геракла называется эта горка. Аттракцион «В поисках Геракла» промчит вас через завораживающие змеевидные трубы для сражения с гидрой. Тут спускаешься просто на себе. У горки «В поисках Геракла» тоже высокий уровень адреналина. Атлантис, он тот самый высокий. А это типа меньше. Хотя странно, да? Ну, наверное, там очень большая скорость просто. Вот в чем дело. Так, вот еще какая-то горка. Посмотрим, что это за горка. Это Зевс, гром и молнии называется. Вот так-так, блин. Вот мы сейчас как раз находимся над бассейном Poseidon Wave Pool. Вот он как выглядит просто без волны. Блин, будет прикольно, конечно, и отсюда снять волну. Я буду кувыркаться на волнах, Кирилл будет снимать. Вот здесь как раз-таки вот этот вот аттракцион «Зевс, гром и молнии». По всей видимости, это очень востребованная горка, учитывая, сколько народу туда хочет попасть. Высота более 18 метров. Аттракцион имеет ограничение по росту 1,20 м. 75 практически вертикально. Аттракцион не для слабонервных. Вон еще больше людей прибавилось. На самом деле это две горки. То есть одна покруче, другая поизвилистей. Вот эта, которая вертикальный спуск, такая красная именно, это не для слабонервных написано. То есть она вот как бы очень такая крутая и развивает большую скорость человек в ней. И здесь катаются на спине. Прямо на себе, как я люблю говорить. Здесь, похоже, можно покушать. Много очень кафешек разных на любой выбор. Fish and chips. Вот это вот я очень люблю. Когда сделаю обзор VIP-сьюта, там будет у нас отдельная еда, отдельный обед. Я вам все покажу и расскажу. Здесь у нас троянский конь с надписью Children Only. Только для детей.
Короче, вот эта бочка с водой переворачивается, мочит детей, небольшие горки, но для маленьких детей. Вот, нас уже не пустят туда, к сожалению. Еще есть какая вещь? Полоса препятствий. Это отдельный челлендж, мне кажется, если там можно взрослым, сейчас мы узнаем, подойдем, то это будет очень круто, пойдемте. Вау! Это реально полоса препятствий. Давайте посмотрим, можно ли там взрослым, потому что я такие вещи очень сильно люблю, но я немножко каракатица, поэтому это будет смешно. Офигеть! Короче, типа вот заходишь, начинаешь прыгать, там шары мешают тебе. Я очень хочу здесь попробовать. Слушай, просто это очень. Это отдельный видос. Так нельзя беременным, нельзя у кого проблемы с головой, с сердцем, нельзя с очками, украшениями, нельзя бегать, нельзя нырять, нельзя быть в обуви. Окей. Ну, короче, взрослым можно. Не, ну выглядит как для взрослых. На самом деле здесь настолько сейчас жарко, что, наверное, непосредственно прохождение полосы препятствий мы оставим уже, ну, часов на 4 вечера, на 5. Потому что, ну, как бы жарковато сейчас физнагрузку делать. Как думаешь, я смогу, Кирилл? Нет, не сможешь, ты проиграешь. Не, а можно мне, понимаешь, просто... А я смогу, я сниму, как я все смогу, и сниму как тебя, как ты все не сможешь. Ну вот и посмотрим. И так что не пропустите этот видос. Если вы хотите увидеть соревнования с Кириллом, то непременно подписывайтесь на канал и включайте уведомления, потому что это будет один из следующих роликов. По поводу горок. Насчет них я сделаю отдельный видос, как я катаюсь, потому что нам надо будет поменять технику, то есть взять экшн-камеру. И тогда я сниму отдельный видос, мы выберем горки. Вот это, например, горка, это вот тоже новая горка, сейчас я тебе скажу. Здесь на животе, на ковриках проносится. Вперед головой на животе, да, проносится. Говоришь, соревнование колесниц называется. А аттракцион включает несколько горок. Соревнование с тремя другими колесницами начнет. А, типа, что их одновременно запускают, и кто первый придет к финишу. Ну, что-то типа того. Итак, бассейн с дистанцией длиной в 70 метров. Вот они, смотрите, спускаются. Спускается кто первый? Кто первый победил? Колесница слева побеждает. Вон там, смотри, змея какая-то, голубая змея. Ой, ну это очень крутой аквапарк на самом деле, вот реально. То есть здесь на самом деле на любой вкус не сильно экстремально, но есть парочка экстремальных горок. То есть есть много развлечений для тех, кто любит поспокойнее. Сразу видно, что если есть здесь горки с адреналином, то это по крайней мере безопасно. Вот это вот прикольно. И, конечно, очень много развлечений для тех, кто не любит прям очень экстремально. То есть им не будет скучно. Вот эта горка называется Титан Медуза Гидра. Здесь три трубы. Одна труба Титан, другая Медуза, третья Гидра. Ну, они как бы немножко разные по своей извилистости и сложности, мне кажется. Но их здесь три. Выбирай любую. Ограничение по росту 1 метр 5 сантиметров. У меня 1,65 м. Все. Так, я уже так понимаю, что я почти на всех горках буду кататься, потому что вроде бы это довольно-таки выглядит очень так надежно безопасно. И безопасно. Ну, не знаю, вот у меня вот такое сейчас впечатление, я прям вот отлегло у меня. А вон та горка желтая, что это такое? А сейчас я скажу, что это такое. Это погружение Аполлона называется. Семейный аттракцион. Здесь, я так понимаю, на тюбингов уровень адреналина средний. На самом деле мы можем с тобой вдвоем. Видишь, какие широкие здесь, как сказать, змея. Здесь на плюшки садишься вдвоем. Семейный аттракцион, сказано. Мы как раз-таки дошли с передней стороны вот до этого аттракциона погружение Аполлона. Это, короче, реально семейный аттракцион. То есть мы с тобой тут, наверное, вдвоем пойдем. Ну что, скорость, наверное, не такая быстрая там. Вообще ленивый, да, такой нормальный. Мы еще поняли, знаете что? Что вот в этой половине парка такие более спокойные горки, а вот в той, на которую как раз-таки наш сьют смотрит, это вот там более экстремальные горки. То есть можно, ну, как бы, во-первых, сориентироваться по буклету, что здесь более страшное, что менее. А во-вторых, есть все на любой вкус, возраст и подготовку, моральную и физическую. Вот спускаются на этих трех горках Титан, Медуза, Гидра. Вот три выхода, три выплыва. Одна закрытая, другая открытая, третья открытая и широкая. Здесь на кругах, да? Ну да, здесь на кругах и на лодочках таких. Мы узнали только что, что вот эта полоса препятствий открывается в 14 часов, а сейчас где-то половина первого, не больше. Соответственно, у нас есть какое-то сейчас время, пока это все откроется. И я непременно тут попрыгаю, потому что это просто вот... Ну, это моя мечта, на самом деле. Я очень хотела. Очень хотела и очень хочу. Надеюсь, что я не буду выглядеть позорно со стороны. Какое классное местечко, смотрите. Очень круто. Сейчас сделаем крутую фотку в инста. Прикольно. Мне даже вот не особо жарко. Сейчас вот окунусь, вообще будет класс. Вот здесь еще одна кафешка есть. Короче, блин, там смузи, суши. Как вы поняли, ребят, здесь надо вообще... Надо, не можно, а надо находиться целый день. Мы пришли сюда практически к открытию. Он работает с 10 до 6, мы пришли в 10:45 примерно. И вот здесь очень есть классная штука. Что-то типа
типа полосы препятствий только для маленьких детей. Меня туда не возьмут, к сожалению. А вот здесь есть, короче, фиш-спа. Я не знаю, многие, наверное, из вас знают, но я тоже как бы знала, что такие штуки есть, они очень популярны в теплых, там, на теплых курортах. Но фишка в том, что я никогда не пробовала этот фиш-спа. Я очень хочу сегодня попробовать, сделаю это прямо на видео, потому что, ну, говорят, это прикольно. Короче говоря, вместе с вами буду пробовать первый раз, это будет моя первая реакция. Мы дошли сейчас до аттракциона «Ленивая река», вот здесь он начинается. Берешь, короче, вот этот вот, как бы, круг и, короче, плывешь по течению. Я думаю, что сейчас давайте начнем, мы прокатимся вот по этой речке, обзор на заодно посмотрим, так как она очень длинная. Затем мы отправимся с вами в наш VIP-сьют, где я переоденусь, мы пообедаем, подготовим к конкретному заплыву, я сделаю рум-тур по VIP-сьюту, а уже после этого мы пойдем кататься на экстремальных горках. Мы взяли круги, вот такие вот тапки еще здесь продаются, это тапки, внимание, от того, чтобы не обжечься, потому что везде покрытие очень горячее на солнце, очень, нужно быть, конечно, аккуратным, поэтому мы берем наш тюбинг, наш круг, left hand, right hand. То есть вот это получается вперед, фронт, вперед. И как мне теперь плыть? Вопрос. А, нет, меня толкают на выход, Кирилл. Я не понимаю, что происходит, но я не могу плыть, я просто зависла. Уу! Он не плывет просто. Он плывет на берег. Меня выталкивает, Кирилл, просто выталкивает на берег. Я не могу плыть, мне хочется поспеть. Меня толкать на берег! Спасибо. Так, короче, мы куда-то отправляемся. Я не знаю, как здесь управлять, но кажется, это чисто рандомно. Да, да, дельфинчики плюют. Сейчас тебе прямо в камеру. Смотри, Кирилл. Короче, да, вот здесь уже направление воды я чувствую. Итак, я начинаю загорать. Очень тепло, очень классно. Ребята, как вы? Во, здесь норм. Ой, смотри, Кирилл, я захожу под струю. И я... Кирилл, аккуратно, струя. Кирилл, береги. Плыви вот так вот, Кирилл. Ногами, ногами. Ништяк! Как тебе, Кирилл? Вот, здесь уже есть течение, оно правильно нас несет по кругу. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть, как бы, как, плывя, можно сказать. О, мы здесь не фоткаем. Где? А, вот здесь надо сфоткаться. В инста, конечно. Это стрелец, я по гороскопу стрелец, между прочим. Интересно, какая здесь глубина? Ну, наверное, метр, не больше, да? Течение здесь есть. Вот вы правильно сейчас встали на течение. О, какой балдеж просто. Сейчас надо стойку сделать с этим балдежем. Я, кстати, кинула клич. Кто-то из подписчиков здесь есть в этом уотер-парке или нет. И если кто-то есть, я бы хотела встретиться вместе, прокатиться на каком-нибудь... Ну, на аттракционе. Сейчас я одену маску элиты. Помните, что все подписчики моего инстаграма получают маску элиты, такую переливающуюся, и с элитой вот здесь. О, смотри, мы заплываем в этот подмостик. Вот это вот тогда. О, ну, вау, как красиво здесь. Клево. Ой, смотри, русалки. Русалки, не залазить. Главное сейчас не получить солнечный удар, потому что я без головного убора. А сейчас 13:38. Уровень релакса здесь просто максимальный. Очень клево. А что у нас в конце? А что-то окатят, да? Нет? О, а теперь вот это то, что в начале видео было. А, да-да-да, вот этот батут. Прикольно. Машут спасатели. Спрашивают, все нормально, вы там плавать умеете? Ой, собака, собакина. Подписывайтесь на мой канал о питомцах Элит и Пэт, ссылка на него, как всегда, в описании под этим видео. Там Джинка же с нами здесь на Кипре в этом путешествии, хоть и не в аквапарке, но она здесь с нами, и мы с ней тоже очень активно снимаем различные видюхи, можете их посмотреть на Элит и Пэт. А нет ее здесь в аквапарке с нами сейчас, потому что, ну, в аквапарк нельзя с животными, потому что, ну, как бы это, сами понимаете, не гигиенично было бы. Вот, поэтому Джинка осталась на вилле, отдыхает. Сегодня я решила прямо на видео собрать вам встречу в аквапарке.
Вот, покататься вместе на каких-нибудь аттракционах, короче, и чтобы подписчики попали в видео тоже. Я думаю, это прикол будет. Ну, а теперь, ребят, я думаю, раз мы размялись немножко на ленивой этой реке, я думаю, пришло время попробовать более крутые горки. Но для начала я же вам не показала наш VIP-сьют, ребята. Так что сейчас мы плывем туда, а потом уже на экстрим-горки.